Армен Григорович, коли ми говоримо про Іран та балістичні ракети для Російської Федерації, Міністерство закордонних справ передало посла Ірана про наслідки, якщо ця інформація підтвердиться. ЗМІ писали про 200 ракет дальністю 120 кілометрів. Ми вчора частково проговорювали з вами цей момент в ефірі, але все ж таки я б хотіла уточнити. Якщо все ж таки передав так Іран ці балістичні ракети і мова про дальність 120 кілометрів, тобто тоді які міста у першочерговій небезпеці? Ну, Харків однозначно. Харків, Херсон. Ну, 120 километров – это полная дальность, то есть по полной дальности баллистика бьет, но они не будут подтягивать пусковые установки к нулю. То есть если будут обстреливать километров за 40-50, где-то за 50, наверное, то есть остается километров 70 внутри нашей страны, вот эта трансграничная область, она может быть под ударами этих иранских ракет. Опять же, это ракеты уровня той же точки У, то есть, ну там, правда, в несколько раз меньше боевая часть. Точка У – это тонна боевой части, здесь несколько сотен килограмм у этих фатхов 360-х. Их передали, ну пусть даже две сотни. Две сотни уровень этих ракет, если сравнивать, допустим, с теми, что сейчас работают, только не баллистические, а квазибаллисты, так называемые, управляемые, те же С-300-е. У россиян их больше 5000 ракет. Они с 300-ми работают и до сих пор. Мы нашли уже противодействие работе. Мы начинаем сами обстреливать российские расположения пусковых установок. Потому в эту же самую линейку попадут и ракеты ФАТ-360 иранские. То есть они будут стоять где-то на дальностях в районе 50-70 километров, как сейчас С-300, допустим, работают по тому же Харькову. А нам надо просто добираться до пусковых установок. Просто у россиян пусковых установок для С-300 их сотни штук. Производил Советский Союз полсотни лет эту установку, потому они их наклепали очень много. А вот пусковых установок ФАТ, если есть десяток, это для россиян хорошо. То есть 200 ракет где-то с десяток установок могло зайти. Потому у нас сейчас будет одна из задач вычислить пусковые установки, их уничтожить. То есть оптимальный вариант, в принципе, ничего нового. Надо продолжить просто эту работу. Но для этого нам надо получить разрешение работать по территории России в американском вооружении. От лучших атакамцев. Потому что все-таки ракета М-31, пусть она и достает там 70-80 километров, они же тоже не будут хаймерсы подгонять к нулю. То есть для того, чтобы достать эти пусковые установки на дальности 100-120 километров, нам надо такую же примерно ракету, хотя бы 100-мильную американскую, получить разрешение на работу по этим целям. Надо работать с американцами, деваться некуда. Нідерланди дозволили Україні використовувати її зброю для ударів вглиб території Російської Федерації. Про це, зокрема, повідомив міністр оборони Нідерландів. І, за його словами, винищувачі F-16 також не мають обмежень щодо дальності використання. Тобто тоді, чи вірно, що питання саме у ракетах, які ми оснащені, так, ці винищувачі F-16? Ну, мы с вами полгода это говорили. Нам передадут самолеты, только не дадут, не сразу дадут ту технику, с которой они могут работать. Самолет, это что, двигатель, крыло, летчик, пулемет. Ну, вот примерно все. Вернее, пушка, извините. Других пулеметы. На этом пушка. Летающая такая пушка, если можно сказать. Причем дальность довольно-таки маленькая. И попасть очень сложно именно с пушки. В воздушный бой близко подойти сейчас это практически нереально. Потому пушка в этом смысле практически никак не будет использоваться. И самолет это просто летающая платформа для запуска ракет или сброса авиационных бомб. Если не передали ракеты и авиационные бомбы, она будет просто летать. Для налета летчика дороговато, 5-7 тысяч долларов час полета на F-16, не говоря уже о самом самолете, аэродромно-техническом оборудовании. Потому хорошо, что нам, конечно, разрешают работать этими самолетами, только нечем работать. Это примерно вам дали рогатку, только не дали, чем из нее запускать. Ну, вот хорошая рогатка и все. Это максимум. То есть нам надо получить оборудование для этого самолета. А здесь прямая зависимость от Белого дома. Причем прямейшая. Оборудование, то есть это те ракеты и те авиационные бомбы, которые может поставить только Вашингтон, только Белый дом. И пока там сидит Байден, вряд ли мы получим в достаточном количестве эти ракеты, авиационные бомбы, а тем более получим разрешение работать ими по российской территории. Потому получается разрешение больше
такое политическое заявление. Еще раз повторюсь, большое спасибо, конечно, Нидерландам, не только Нидерландам, Бельгии, все, кто нам передавали эти самолеты или пытаются передать. Но вопросы к Белому дому. Еще несколько месяцев осталось, пока не уйдет Байден. Я думаю, их нет смысла сейчас задавать. Романе Григоровичу, традиційно требують запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, у Росії відчувається нестача бронетехніки та артилерії? На данный момент пока нет. К концу года у них уже, они уже поймут, что дошли до дна, будут переходить на работу с колес. То есть где-то под конец года, может быть, на следующий, там, в начале следующего года они дойдут до нулевых складских остатков, все советское оборудование они вытащат, и дальше будут работать с колес. Вот сколько произведут боевых бронированных машин в сутки, вот столько они будут использовать. Это приведет к сокращению фронта. Сокращению имеется в виду по ширине фронта. Почему нам сейчас важно его растянуть? Чем больше фронт, тем меньше плотность техники российской на единицу, там, на километр фронта. Потому и началась операция в Курске, оптимал начать ее еще в Белгороде и в Брянске. И провести определенные мероприятия, допустим, по левому берегу Днепра, то есть растянуть фронт. И россиян тогда намного быстрее это все закончится, но у них не закончится это полностью. Это я говорю о нулевых складских остатках, так называемых. Они будут производить. Для того, чтобы у них полностью они вышли в ноль, это надо доставать до российских военных заводов, производящих боевые бронированные машины. Хотя бы до Уралвагонзавода, хотя бы до уральских заводов. И даже если полностью их уничтожить, у них останутся еще Иран, Китай, Северная Корея, потому надеяться на то, что там у них полностью закончится техника, ну, нельзя. Хотя она однозначно уменьшится, их количество это 100% ее. Как уменьшилось в свое время, практически вышли они на нулевые склады по боеприпасам. У них сейчас на складах боеприпасов нет. Практически работают с колеса, это где-то 5-7 тысяч снарядов в сутки они производят. Еще 3-4 тысячи поставляют Северная Корея, Иран и Китай. Россиянам около 10 тысяч они в сутки сейчас имеют. Но на складах у них ничего нет. Вот в ноль, вернее, работают практически с колес. Почему Путину сейчас очень важно после окончания летней военной операции своей, после того, как резервы все сточат, ему важно перейти в режим такого замороженного конфликта для того, чтобы вот эти 5-7 тысяч произведенных в сутки не тратить, а начать их складировать, собрать несколько сотен тысяч боеприпасов, а то и больше, или миллионы, и потом двинуться дальше. Ему сейчас надо эта передышка, и они это прекрасно понимают. Відсутні реакції на інциденти з російськими дронами, які досягли Румунії та Латвії, загрожує Альянсу поганими наслідками? Ну, дело в том, что пока не воспринял НАТО, пока еще не восприняли это как угрозу, то есть как агрессию. Пока они это видят как пограничные инциденты и не хотят из этой парадигмы выходить. Вот когда беспилотник, зашедший, допустим, на территорию какой-либо из натовских стран, упадет и нанесет серьезный урон или, не дай бог, убьет определенное количество гражданского населения, вот тогда они начнут уже чухаться. Тогда перейти вот это в режим пограничного конфликта просто не получится. Тогда придется им принимать какие-то меры. Пока этого не будет, это все будет для натовцев пограничный конфликт, тем более принимаются решения даже не в Европе. Пока принимают решения в Белом доме, а у них своя парадигма окончания своей каденции. Последние несколько месяцев с ними можно что угодно делать, и с НАТО в том числе, они не будут реагировать. Байден с этой сворой обамовской реагировать ни на один серьезный удар, даже на серьезный удар не будут. И они хотят уйти с этой каденции, как Обама в свое время, такими миротворцами. Почему они сейчас пытаются потушить конфликт на Ближнем Востоке, войну эту, и почему будут пытаться, по крайней мере, подыграть Путину по заморозке бойових дій і на нашому участку фронту. Тобто виходить, що Російська Федерація не має ресурсів для того, щоб відкрити новий фронт? Ну, однозначно ні. Вони не знають, що з цим, який зараз є, робити. У них ресурси закінчуються, а задачі не так і не виконують. Тому вони навіть перестали двигатися, так давити по-серйозному на той же Покров, намагаються остатками ресурсу, додавить наші гарнізони в Курахово і
в Угледай. То есть вот эти все действия, которые сейчас по Восточному фронту, они как раз только на это и направлены.